А что, туда не страшно же? Света, он еще по стенам может лазить, так сказать. Кто, танк? А он просто меня с первого взял и... Просто... Нормально ты улетел, да? Как ты так делаешь? У меня топор какой-то у клейтера. Полетела! Лорд, тебе скучно, что тут есть бах с двойным дробовиком? Как берет перезарядку, там можно несколько раз выстрелить во время перезарядки. Thank you.
very interesting gameplay. Полную, когда мы упали. Может вылези с Асусу? Асусу, вылези! Влази, шо как тюлень лежит там. А как нам его победить? Кроме того, чтобы стереть за ворон на него. Это невозможно, вы понимаете, да? Блядь, неинтересно. Пока.
Ой, да ну, правда? Господи, как вот эта игра. Пойду в тоннель полезу. Аллаху Акбар. Давай ты атомную бомбу уберешь. Мы все видели. Не, нам. Надо, не надо. Лазить, он мощник, так, надо. Он надо. И так слаб. Я его, по крайней мере, слабым сделал. Да пусть лазит оттуда. Блять, я не помню, сейчас просто, как я понимаю, просто тест сервера и все, не более.
Как же интересно играть, да? Дрочат сидит там. Понятно, все. Докачался. Понятно. Ой, как весело игра. Пойду, блять, то же самое дело в сэндбоксе, разницы не будет. Да, только здесь тебе нужно 165 зомби убить. Да? Там тоже так можно, в принципе, ничего сложного. Оборона так и задумана. Да, да, это невозможно. Сейчас берите всех боссов и просто и... Ну... Да ладно, много урона. А мы не заметили. Кушать его быстрее за ворон. Вообще это за всю историю, ну, работы сервера можно вообще за месяц. Второй раз прокачался. Третий раз сразу. Не, ну те предыдущие считай не считаются, потому что ты по 120 бист, сейчас по 165. Может даже побольше еще сделать. Что-то этот быстро скачался. Стой на месте, стой на месте, если попасть на тебя. Блять, высадка нормальнее. Да фу! Прыгайте просто, и он вас не достанет. Да кони. Так он может только по земле бить. О, а я не успеваю второй раз. Сделай это здесь бы хоп на 5 тех. Ау!
жрите его, наконец-то. Чмо. Ура. Это же... Как эта карта называется? Весенняя. Ну тогда кассу уберите. Я другого не знаю.